Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1436. События дня. Псалом 68, 2. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. За 18 ноября 2019 года. И вот этот 62-й псалом, 68-й. Прочитаем. Считайте, я буду притормаживать, и вы тоже притормаживаете, сколько есть. И обращение. Кто может, поможет. Меня поздравляют. Это прошлое. Считайте, затормозите курсором, чтобы просчитать.
прочитали. Что вчера? Володя купил пенопласт, и он зашил 3 окна снаружи. А там мы все ролик поставили уже. Это уже для нас событие. Это тепло нагоняем. Я для воробьев. Стол тут был такой вытянутый, лежал за дровами. Я его вытащил. Пошел золу высыпать. Гляжу, там 4 ящичка кто-то выбросил. Хорошие. Я забрал, сразу их корм засыпал. И на столе теперь у меня их кипит. Много. Но остальное время еще тут дома. По интернету. Сегодня я где-то в 2 часа встал. Неполных, кажется, 2 было. Ну, все на этом. Вот видишь, как вот. Ничего не сделать, чтобы сделать это. Затуманилось и все. Ладно.